интересная заметка, интересная штука, связанная с кондукторы, штрафы и бесплатный проезд без билета. Опять же, такая ситуация, что в городе частенько бывают проблемы, когда ты не можешь сразу же поменять или продлить свой билет. Значит, люди выстаивают очереди или не могут, не успевают. Ну, в общем, не буду сейчас в детали, но, в общем, не получается в первых числах заменить или продлить свой обычный эту проездной. И обычно раньше, фирма, в общем-то, смотрела сквозь пальцы. Кондукторы не выходили первые, вторые, третьи числа. Пускали людей, чтобы они как бы свободно ехали, по крайней мере, утром. Рабочие, кто вот часто бывает, рабочие, пенсионеры, там, школьники, как раз те, у которых, в общем-то, и действуют проездные, которых регулярно покупают. Сейчас же вот прям вышли и написали кучу штрафов. Люди спрашивают, ну почему так? Как бы, ведь все знали, что у них есть этот срок, и они могут спокойно, все без нервов, и не выстаивать огромные очереди. Тем более, когда запрещено вообще стоять толпой где-то на одном месте. Но в итоге говорит же фирма, что да нет, вы же знаете, если вы продлеваете билет, что вы покупаете новый месячный, то вы там, если пошлете нам через mail подтверждение о приобретении, вам типа штраф стирается, и на это у вас есть тех же самых 3-4 дня. Ну, не знаю, по-моему, какой-то идиотизм. С одной стороны, конечно, правильно. Ну, как бы контроль они должны быть и проверки. Или тогда наладить как-то систему выдачи и продления этих билетов. Ну, как бы я не работаю за фирму, мне все равно, в детали тоже не буду вдаваться. Я только знаю, что меня как-то оштрафовали. Утром уставшая, психанула, села в трамвай. Один штраф выписали. Но я его никогда не платила, честно говорю. Второй раз мне просмотрелись сквозь пальцы, потому что тоже там такая была ситуация интересная. Ну, в общем-то, кстати, проезд в Хорватию не очень такой дешевый и очень плохо организован. Купил билет, ошибся, поехал не в том направлении. Билет пишет так, у тебя не то направление, ты ошибся, тебе штраф. Так что надо тоже аккуратно с этими делами. Еще такая история о блогере из Польши. И о том, что я уже рассказывала, о чем я говорила, о том, о чем говорили сами хорваты, и о том, что некоторые хорваты, которые, ну, должны, так сказать, быть ответственнее и смотреть, как бы, по законам более так, конкретно, скажем так, в общем, не выполняют свою работу. А тема все та же, море и защита морских объектов, скажем так, живых объектов. В Хорватии уже не раз говорилось о том, что вымирает морская ракушка. Русское название я опять забыла. В Хорватии называют переска. Огромная такая большая, с красной начинкой. В ней красивый жемчуг. У нее очень специфическая, вкусная вот эта вот мяска. В общем, ее давно уже запрещено вылавливать и ее охраняют. Проблема не только в том, что ее очень долго, годами вылавливали. Проблема в том, что появилась какая-то бактерия, которая ее уничтожает. Очень сильно дует, не знаю, как будет влиять на звук. В общем, женщина на кырке, я уже говорила, опять же, боролась с людьми, которые доставали ее со дна. И хотя ракушка может быть мертвой, ее также нельзя доставать. Потому что на том месте должны проводить контроль. Так, секунду. Проходила по пляжу, про ракушки я сейчас доскажу. А вот это, вот я как говорила, когда выйду в город, сразу вести наклевывается. Вы видите? Вот видите вот это? Вот видите? Видите? Во-первых, может понести сильная буря, кому-нибудь голову разбить. Во-вторых, в реке, на месте, на детской площадке, вот так ребенок, став на угол, упал и мог погибнуть. Счастье, что люди увидели. Счастье, что вовремя заметили родители. И счастье, что вытащили вовремя ребенка. Подождите. Счастье, что под люком, в общем-то, не очень глубоко. Вроде бы я так призаглянула. Но ноги можно так хорошо переломать, конечно. Тем более тут тоже дети бегают. А это наверняка не со вчерашнего дня прогнивший люк, а до хрена уже стоит здесь. Ну, думаю, вот я засняла отдельно. Может быть, я где-то выставлю
ну, где вести, эти страницы вести, я выставлю чисто, чтобы привлечь внимание. Потому что тоже, знаете, когда человек не обращает внимания ни на что, службы еще меньше заботятся об этом. Так что по ракушкам такая же система, как и с этим люком. Что сделали хорваты, чтобы защитить эту ракушку, которая погибает, которая умирает, которой больше фактически нигде нет? Ничего они не сделали, никаких обозначений, никакой защиты, никакой программы, годами, годами и годами. В итоге, когда-то сами люди говорили, нельзя хватать, нельзя вытаскивать, ругались с теми, кто их вытаскивал из моря. Вот звонили в службу, сейчас только привлекли к этому внимание, люди в Истре боролись, старались, звали службы. Никто не выходил. Знаете, что сказали? Служба, которая контролирует, у них катер сломался, на 2 недели в гараже стоит. Ужас и позор. С другой стороны, они говорят, если вы что-то заметите, сегодня это было в вестях, вы нам позвоните, мы проведем тесты, контроль, надзор, мы проверим всех бактерий вокруг. Значит, на тесты, на контроль, на всякую эту муру у вас деньги есть. А тупо приехать и проверить там, где их вылавливают и убивают, вы не можете. Ну, это вся вот, все о Хорватии сказано. Так вот, продолжаю именно про ракушки, что появилось просто обалденное видео на Ютубе. Польский блогер с женой, я так понимаю, или девушка, и с друзьями на корабле ныряли. Ну, как на корабле? Выплыли в открытое море, недалеко от берега, ныряли. Так, буря, конечно, вообще меня уносит. И стали вылавливать именно запрещенную эту переску. Невероятно. Она огромная, она красивая, она эффектная. Видна из-за кристального моря и недалеко от берега. Все. А они одно за другое, 3-4, сколько там их вытаскивали. Хочу сразу сказать, что они, по-моему, были мертвы. Ну, не по-моему, это и эксперты видели, и на видео было видно. Но, опять же, вы достаете из моря. Море, ну уж точно никак не принадлежит Польше. И уж тем более не принадлежит туристам. Любой, что ты хочешь достать из моря, одну ли рыбку, ну по факту, больше ли рыбки, тебе все равно должно быть разрешение, или ты должен быть уверен, что то, что ты достаешь из моря, доставать разрешено. Они же доставали, ударяли их о борт, проверяли, восхищались, забирали, собирали. В итоге он выставляет это видео. Тем более у него такой, знаете, канал, типа как помпезно наявлены, жизнь там на полную катушку или что-то в этом роде, если переводить так на сленге. И типа жизнь по максимуму. У него получилось по максимуму обосраться, в общем-то, на Ютубе, потому что ему стали писать очень многие люди, особенно хорваты, да и сами поляки, потому что люди тоже, знаете, не дебилы, понимающие и любящие море и природу. Секунду, я убегаю от бури. В общем, с ракушкой начали писать комментарии под видео. То, что ты делаешь, это против закона. То, что ты делаешь, это неправильно. Это защищенная ракуха. Как-то там что-то надо делать, их вернуть и так далее, и так далее. Штраф за одну выловленную 30 тысяч куна, это 300 тысяч рублей. Такая рассказываю про штрафы, полиция проезжает. Если он выловил 3 или 5, не помню, вот умножаете. Единственное, что как бы они мертвые, но он не является специалистом по ракушкам, и он не может знать, мертва ли она, когда вытаскивает. Ну, как бы логично, да? Ух, какая погодка классная. Что сделал этот блогер? Он просто стирал сначала комментарии, думал, что как бы, ну, негатив, да, убираю, и никто ничего не поймет. В итоге уже, говорю, сами поляки начали его давить. Что-то наделал там туда-сюда. И он удалил видео, но видео успели сохранить те, кому надо было. Журналисты и хорваты. В общем, этого польского блогера прижали и позвонили из, ну, журналисты и хорватские, там, так сказать, кто отвечает, органы. Он сказал, да-да, я понял, но там же не было таблички, я действительно не знал. Я их уже вернул. Как вернул, куда вернул? Ну, типа, как узнал раньше, если уже вернул? Ну, в общем, не знаю, как будет развиваться дальше ситуация. Показательно линчевать кого-то, конечно, тоже неправильно. Но надо эту ситуацию действительно прям настолько, чтобы она
отзванивала, чтобы другим было неповадно. Про выловку каких-то других морских, так скажем, животных я пыталась найти, и сами хорваты пишут на страницах, что узнать информацию очень тяжело за некоторых, значит, морских жителей, потому что не прописаны точные правила или они меняются. Если спрашивают людей, тоже глупые ответы и глупые вопросы на мой пост. В общем-то, всегда будьте внимательны, всегда проверяйте информацию на всякий случай.